Время наконец-то приближается. Прошло 100 лет, и мы увидим возвращение Созина. Машу наши. Четыре нации жили в гармонии тысячелетиями. Это возможно благодаря Аватару, единственному человеку, кто может овладеть 4 элементами и защитить равновесие. При смерти Аватара его дух возрождается в новом теле в вечном цикле. Новое воплощение Аватара пока не появилось после гибели прошлого. Созин, безжалостный повелитель огня, думает, что его миг настал. Омашуна же. Он начать кампанию по завоеванию мира. Следующий маг, маг воздуха, может быть, еще не готов стать аватаром.